В Гагарском Приморском парке продолжаются ремонтно-восстановительные работы, а также реставрация колоннады. В 2018 году в рамках инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии на территории Гагарского Приморского парка начались ремонтные работы. Сейчас вокруг колоннады установлено ограждение, за которым идет капитальный ремонт. Руководитель проекта по восстановлению колоннады Роберт Лабия рассказал об основных этапах работ и о том, какие работы уже проделаны. Так, первый этап включал в себя инъектирование основания объекта. Второй этап, связанный с восстановлением дренажной ливневой системы на территории колоннады, начался в 2019 году. Роберт Лабия рассказал, что также осуществляется комплекс мероприятий по восстановлению гидроизоляции чаши бассейна, восстановлению целостности системы водоснабжения и водоотведения фонтана, особенно в местах водокоммуникации. Также на набережной Приморского парка планируют заменить тротуарную плитку. На данный момент у нас идут работа идет по выправки чаши фонтана, бассейна фонтана, так как она была перекошена, утоплена, да, вот она вот идут восстановительные работы, придается форма, внутри гидроизоляция будет происходить, там, и покрываться, естественно, мозаикой, там, ну, отделочными работами. Ну, сейчас на этом этапе мы закончили заливку монолит всех колонн, так как они были в ужасающем виде. Нам пришлось отбить все и заново залить эти колонны. Сейчас вот мы подошли к финишу и ждем специалистов, которые будут нам заливать мозаику, повторять. Но то, что было в оригинале. Ну, мы всячески планируем, да, успеть к курортному сезону, а там как нам удастся. В ремонтных работах задействованы до 10 специалистов разных направлений. Гагарская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 метров, построенную в мавританском стиле в 1956 году. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок, в общем 45 колонн. Колоннада полукругом расположилась вокруг площади. Центр площади украшает изящный фонтан с небольшой скульптурой в виде белого голубя, символизирующего мир на земле. Гагарская колоннада вместе с фонтаном образует единый архитектурный ансамбль. Сегодня колоннада в Старой Гагре – это обязательное место остановки для всех экскурсионных маршрутов. Роберт Лаби отметил, что завершение восстановленных работ колоннады в Гагре запланировано до конца 2020 года.